лейтенантов поздравляет исполняющий обязанности ректора, первый проректор, проректор по образовательной деятельности Вячеслав Александрович Бородавкин. Добрый день, дорогие друзья! Я обращаюсь в первую очередь к молодым лейтенантам, а также приветствую гостей, преподавателей, сотрудников университета и студентов. Сегодня очень важный праздничный день в жизни нашего университета. Мы делаем очередной выпуск обучающихся по программам кадровых подготовки кадровых офицеров военного учебного центра. Это, как выясняется, юбилейный 10-й выпуск. Ну а подготовку военных специалистов по программам офицеров запаса мы начали в далеком 1936 году. И это не случайно. В военмехе всегда были и имеются все условия для подготовки военных специалистов. Мы всегда позиционируемся, и основная наша задача подготовки высококлассных специалистов для оборонно-промышленного комплекса, для выполнения научных исследований в области комплексной безопасности страны. Мы готовим специалистов в области ракетно-космической техники, оружия и систем вооружения, лазерных, радиолокационных и информационных управляющих систем. Качество подготовки обеспечивается путем реализации следующих принципов. Это хорошая фундаментальная подготовка, это знание жизненного цикла изделия от строительной оси до утилизации, это владение технологиями комплексного системного моделирования, знание новых материалов и технологий. Выпускники военмеха всегда гордятся своим вузом, поскольку он является признанным лидером как по востребованности, так и по успешности выпускников. Что хочется пожелать и в первую очередь родителям, преподавателям, поблагодарить их, которые участвовали в реализации образовательных программ, всегда были вместе, поддерживали и давали те необходимые знания, которые необходимы для дальнейшей воинской службы. Обращаясь к молодым лейтенантам, хочется отметить следующее. Не забывайте, что у вас это одна из ступенек образования. Я как проректор по образовательной деятельности призываю следовать известной русской пословице «Век живи, век учись». Совершенствуйтесь, свое мастерство боевое. Не забывайте о спорте. Не забывайте родной вуз. Всегда держитесь вместе, и это вам поможет. Летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко как-то очень хорошо сказал: военмехи, вместе мы сила. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, успехов по службе. Мы всегда радуемся вашими достижениями, всегда рады видеть вас в стенах нашего университета. Не забывайте родной вуз. И напоследок, очень приятно видеть молодых, красивых лейтенантов в новенькой морской форме, в окружении родных, близких, с влажными от счастья глазами. Добрый путь!